Очередное заседание попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации началось с подведения итогов за прошедшие годы. Директор института Радив Замалединов отметил как особо важную победу вхождение КФУ, единственного из всех вузов, участвующих в проекте 5-100, предметный рейтинг QS лингвистика. Он обозначил, что для укрепления позиции в этом престижном рейтинге потребуется содействие попечительского совета. Также необходима высокая публикационная активность института. По результатам деятельности в 2014 и 2015 годах наш университет является явным лидером по количеству публикаций и цитирования в базе данных Scopus в профильных журналах по лингвистике. Мы значительно опережаем ближайшего нашего преследователя, это Высшая школа экономики. Особое внимание уделяется и татарскому языку. Так, созданный в 2014 году Институт Каюма Насыри, оказывающий поддержку татарскому языку и культуре, обзавелся тремя новыми образовательно-культурными центрами, причем один из них за пределами России, в Бишкеке. Успешно функционирует онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана-Теле». Сейчас на сайте зарегистрировано около 10 тысяч человек. Об очередных задачах попечительского совета рассказал его председатель, министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Ведется работа по подготовке программы «Русский язык Республики Татарстан» на 2016-2020 годы. Необходимо обеспечить активное участие ведущих ученых-филологов, преподавателей Казанского федерального университета в данных мероприятиях. Только благодаря слаженной совместной работе мы сможем получить положительный результат. Также в октябре институт ожидает масштабное событие. Казань примет 5-й конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Съезд обещает стать главным событием года в области русистики. И сделать его таким – главная задача КФУ. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.